Сергей Миняло провел совещание с представителями банковского сектора, торговых, аптечных и транспортных компаний. Глава республики заявил, недопустимо повышение процентных ставок по уже действующим кредитам. И подчеркнул, что сегодня все инструменты поддержки, которыми обладают банки, должны быть задействованы. В разговоре с руководителями торговых и аптечных сетей Сергей Миняло сказал о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В частности, предложил представителям федеральных и республиканских торговых сетей соблюдать условия соглашения об установлении нулевой наценки на социально значимые продукты питания. Глава региона поручил Управлению Федеральной антимонопольной службы по республике совместно с прокуратурой контролировать процессы ценообразования на потребительском рынке. Особое внимание ценам на продукты питания первой необходимости и лекарственные препараты. К мониторингу подключатся и активисты Народного фронта. Не останется без внимания и контроль за тарифом пассажирских перевозок. Повышение цен на проезд в общественном транспорте, особенно в нынешних условиях, недопустимо. Вот сегодня позиция, ну поверьте мне, да, вот она бесконечно так продолжаться, конечно, не будет, ситуация. Она выровняется, поверьте мне. И все для этого делается и будет сделано. Сегодня позиция одна, любым способом удержать ту планку, на которой мы находимся, да, или которая была, и наша линия, да. Я понимаю, что вот я отвечаю, мы все отвечаем за нашу маленькую республику. Пока не будет ситуации, да, которая регламентирована полностью, да, дойти до поставщиков. Налоговая такое имеет право. Этот Роспотребнадзор имеет право. Инструментов много.